11 июля 2021 года, город Кибули, Грузия. На улице 28, какая-то дымка в атмосфере, странная, непонятная. Ну, сегодня прошелся по городу, закупил себе еды. Завтра планирую на рыбалку. Посмотрим, что там получится. Клев ухудшается. И в воде полно малька. Малек рыбца. Только зайдешь в воду, со всех сторон налетают, щипают, кусают. Съедают червяка. Закидывал и в середину, и с берега, поближе к берегу. И подальше сжирают все моментально. И появилась идея сделать ловушку для мелочи. Нашел бутылку 5-литровую, пластмассовую, ее разрезал, горлышко внутрь засунул. Завтра буду ловить мелочь. Буду ее солить и как кильку есть. Вот такая и задумка. В то же время на водохранилище замор какой-то. По берегу толстолобики валяются, дохлые, караси. Малек, что-то непонятное. То ли там коронавирус напал на рыбу, то ли что, не знаю. Но что-то такое произошло. Рыба болеет. Карась клюет слабо. То ли жара, то ли что, непонятно. То ли болеет. Ну, буду ловить мелочь. Рыбец хорошая, рыба вкусная. Вместо кильки пойдет. Вот оригинальная конструкция. На втором этаже умывальник. Сделан на улице. Из окна высунулся, помылся. Умылся. Слив туда вниз идет. Я бы до такого не додумался. Клев сегодня идет слабо. Слабо. Но зато вид красивый. Облака, ветер поднялся. Потихоньку ловлю. Еще мертвый толстолобик. Красив. Мертвые. Еще один. Что такое, непонятно. Интересно было бы узнать.